Приветствуем вас, дорогие друзья. Здравствуйте. Здравствуйте. Нашим теологическим сообществом мы, конечно же, тогда, когда завершилась очередная страда приемная, а в каких-то формах обучения еще продолжается, не можем не попытаться подвести небольшие итоги минувшего учебного года для нашего отделения теологии, для теологии вообще, поскольку уже не раз мы говорили, что эта наука сейчас представляется нам каким-то камнем преткновения для развития нашего Отечества, либо наша идея национальная, наше образование обопрется на эту многовековую святоотеческую культуру православного богословия, мировоззрения, либо останется церковная жизнь уделом немногих, а для остальных церковная жизнь вместе с ее глубокими понятиями о мире, о человеке, а для остальных останется лишь формальные внешние признаки благочестия, внешние признаки принадлежности к церкви. И поэтому огромное противостояние развитию теологии наблюдается в некоторых эшелонах власти, особенно образовательной власти. Ну и при этом мощная сила и поддерживает сейчас это развитие, прежде всего, Святейший Патриарх Кирилл, отдел специальный, учрежденный специальной комиссии по теологическому развитию во главе с митрополитом Иларионом, развивающиеся, открывающиеся кафедры при проблеме дефицита бюджетных мест. Ну вот, в моем вступительном монологе я, конечно, не описал всей проблематики, но постарался мотивировать эту тему как бесконечно важную. Ну, что больше надежды, как вам сейчас представляется, Антоний, у нас сейчас один из учащихся нашего теологического отделения, Наталья Александровна, один из ведущих преподавателей, я, как известно, заведующий кафедрой теологии Рязанского государственного университета. С какими вы лично расположениями, чувствами вступаете в новый учебный год? Ну, нам радостно, что в этом году нам выделили бюджетные места, причем мистическим образом, потому что, как вы помните, в мае нам предлагали всего 5 бюджетных мест. И, да, это не курс. И при условии того, что образование, стоимость образования резко повысилась, в общем-то, в 4 раза, вот, было ясно, что нам не набраться, если вдруг не произойдет чудо и нам не произойдет коррекцию цифр. И она произошла, милостью Божией, и у нас появилось 10 бюджетных мест. До сих пор для меня, кстати, загадка, ну, по-моему, даже и ректор не может сказать, потому что прилагали-то все усилия ходатайствовать, да, в уточненном варианте. Мне хочется верить, что когда я набрался смелости на одной из конференций международной подойти к владыке Илариону с благословения нашего владыки и изложить ему нашу печаль, он ничего не пообещал точно, но выразил надежду, что когда-нибудь все будет хорошо и что работа ведется. Конечно, мы обращались и к другим людям в Москве, в России. И потом было письмо от самого нашего университета, от ректора, который все-таки ходатайствовал тоже о нашем, на нашем отделении. Так что действительно, Страстная Седмица, такое было неожиданное чудо, звонок, что все-таки 10 мест у нас есть, и это все-таки, хоть и маленький, но курс, который мы можем набрать. Ну, а не все же, у вас нет информации о том, остальные-то другие факультеты, другие кафедры в других городах, как пережили эту ситуацию с дефицитом? Ну, такой точной информации еще пока не собираю. Пока нет, она, скорее всего, будет сейчас, в августе, да? Ну да, когда как будет раз ясно, все будут подводить какие-то итоги. Какие-то маневры оставались, возможность для маневров? Еще своих-то толком итогов. Ну, основное это все-таки то, что курс набран. Вот, так что мы знаем, что Свято-Тихоновский, они набираются, объявления свои дают в наши группы ВКонтакте. У них традиционно много бюджетных мест, потому что они являются главными глашатаями развития теологии, и их присутствие в том числе и в коридорах власти, такое миссионерское, имеющее целью
впрочем, не личное обращение кого-то из сотрудников Министерства образования, а обращение вообще всей системы нашей образовательной к теологии, это постоянные усилия их. Поэтому, наверное, они что-то успевают и организовать в отношении своего места. Батюшка, мы же, помните, еще обсуждали буквально некоторое время назад о том, что не вся кафедра теологии вообще держит очное отделение. А, да, другое дело, и, может быть, не все наши телезрители знают, что теология особенно мощно развивается сейчас на уровне среднего и старшего возраста. Потому что люди, уже состоявшиеся, взрослые, ответственные, имеющие не одно образование, испытывают острую потребность в систематизации своих богословских знаний. Ну, в общем, не только систематизации, но и получений, поскольку церковная жизнь, хотя и приносит нам главное, ну, такая практическая, покаянная жизнь, участие в таинствах, приносит нам основные богооткровенные понятия о пути к спасению и о, ну, всем другом необходимом. Но жизнь ставит иногда более определенные такие задачи, по требующие умения сформулировать. Угу. Причем и обличить ложь, и ереси, выдаваемые за правду, вывести на чистую воду и... Даже для собственной жизни человек очень важен. Ну, кроме того, они уже материально состоялись, у людей есть работа. Потому что для многих очная теология – это все-таки самый главный вопрос. Это куда потом трудоустроиться, как получить возможность. Ну, да. Какая может быть большая зарплата у теолога? У теолога, да. Такой вопрос. За что теологу платить? Хотя об этом не раз говорилось. Если ты будешь мощно образован и достоин доверия, найдутся люди в этих пирамидах финансовых, конечно, которые будут рады тебе платить и большие деньги. И мы это видим на практике, да, ведь все-таки, слава Богу, наши ведущие преподаватели, например, не нуждаются. В современном мире вообще требуется знание слишком много тонких, малозаметных различий. Вроде бы все христиане, но это понятно там, по большому счету брать. Потом еще внутри христиан, православных. Внутри православных какие-то разногласия появляются. Вот. Истинно православных. Да, истинно. И разобраться, где уже слишком православных. Нет, Антоний точно заметил, что вообще талант – это подробность. И подробное, глубокое знание столь важного дела, как богословие, православное богословие, конечно, делает человека сверхполезным и важным. Я не говорю уже об отдельном, вот как раз в новообнаруженных трудах преподобного Исаака Сирина, которые были представлены несколько лет назад как раз тоже митрополитом Илларионом для массового читателя. Есть замечательные главы, где богословие, а он-то отец-созерцатель, он-то отец-пустынник, но он говорит, что богословие – это выше молитвы, потому что получивший навык богословия не имеет сочувствия к страсти. И даже какая бы страсть его ни коснулась, его ум всегда привычно возвращается в то пространство своего вот этого понятийного пребывания, в этом море богооткровенных, сформулированных святыми отцами, понятий высоких, благодаря которым он вообще становится чужим греху. И не потому, что он перестает быть во плоти, или как-то его плоть уже достигла преображения, и душа. Нет. Он так прописывает в нескольких главах, я сейчас одну за другой как-то перечитывал, просто получивший навык теологии, теологического мышления, он всегда защищен крепче, чем монастырской стеной. Ну, я немножко так интерпретирую так, на современный язык. Вот этим кругом своих внутренних благородных и основательных понятий, истинных и спасительных. Поэтому теология сама по себе не только делает полезного сотрудника в любой отрасли, а поднаучить какому-то делу своего помощника, это дело бывает... Ну, понятно, мы не говорим о том, что можно так уж человека необразованного, не получившего подробное, полное медицинское образование, сказать, ну, видишь, как я режу, и ты там примерно режь так же. Вот, смотри внимательно смотри, как скальпель идет.
конечно, не будем уж совсем все так упрощать, но, тем не менее, вот эти, мало того, человеческие качества, которые еще зиждутся на благонадежном пути и спасительном, которым идет теолог, если это стало для него стихией его бытия. Знаете, когда мы занимались, мое первое образование творческое было, театральное, и мы знали, что победитель тот, кто просто этим живет. Мы просто, у нас не было, как называется, нормированного рабочего дня или учебных пар. Мы этим жили день и ночь, и поэтому те, кто ходили просто на лекции, те, кто посещали репетиции, мы всегда на них смотрели как на, хотя это были профессиональные все-таки какие-то шаги, это не самодеятельность, но все равно мы понимали, что это самодеятельность. Человек чем-то занят и приходит заниматься. Есть у него способности, нет, он никогда не сможет так соответствовать тому, как Лучано Паваротти говорил, что, в общем, все занимаются примерно одни и те же упражнения делают на голос, там, на какое-то воспроизводство звука, но для того, чтобы стать немножко лучше всех, о чем ты говоришь, чуть-чуть лучше понимать, и чуть-чуть лучше звучать, чуть-чуть больше, выше жить или глубже богословствовать, надо гораздо больше трудиться, то есть всегда трудиться. То есть получается, да, что как бы не только на уроках ты занимаешься богословием, все, а ты этим и живешь. Получается, что наоборот, при современном образовавшейся доступности богословского образования, вот, люди, живущие этим, верующие, должны как-то, мне кажется, пойти были бы, ну, вот, дальше упражняться. Ну, у кого есть склонность, да, к образованию, да, да, и так, желание. Нет, вот. Это и происходит, когда вот мы говорим о взрослых. Взрослые уже понимают, для них, во-первых, церковная жизнь уже это не начальные шаги, как это чаще всего у молодых, у которых все-таки пока какие-то то ли амбиции, то ли страсти, ну, естественно, и немощи молодости притормаживают, кажется, их любопытство и увлечение теологией вот так вот профессионально. Даже, я бы сказал, надпрофессионально, как говорил Пастернак, когда строку диктует чувство, оно на сцену шлет раба. И тут кончается искусство, и дышит почва, и судьба. И, разумеется, теология не может изучаться просто как наука. Она есть образ жизни, она, как вот преподобный Исаак Сирин говорит, это уже сама благодатная защита от всего искушающего, от всего вредного, потому что человек всегда имеет, только прикоснется к чему-то, не относящемуся или обличаемому высоким богословием, тотчас ему удобно и легко вернуться обратно. Ну, конечно, ведь вообще мы говорим о том, что студент-очник теологии – это всегда штучный товар. То есть, да, это всегда индивидуальная какая-то жизнь, судьба, индивидуальное, да, какое-то развитие. То есть нельзя сказать, что мы закончили все на инженера и пошли все вместе там на один, да, завод. Хотя сейчас с инженерами такого не бывает. Угу. Вот, но студент-теолог – это всегда, ну, какое-то внутреннее даже созревание, пока человек может он закончить, вот мы даже сейчас можем что-то говорить о наших выпускниках, все-таки более 10 лет уже кафедры, и это уже более чем 5 выпусков, и мы смотрим, что происходит с выпускниками в будущем. И человек может, допустим, закончить отделение и сразу пойти куда-то хорошо устроиться, там, в епархию или в гимназию православную, ну, в нормальное какое-то место, и он там постепенно со временем живет. Бывает, что он, наоборот, в силу, опять того, о чем вы говорите, каких-то молодых амбиций, решает сменить совершенно сферу деятельности, идет куда-то в другие области. Но со временем, что интересно, это то, что все равно они все так или иначе возвращаются. Так или иначе у них возникает потребность в том, чтобы где-то реализовывать полученные знания. Вот. И это, конечно, очень интересно. Вот это такое возвращение обязательно этого студента вот в свою такую среду. Даже если вдруг он находит в себе какой-то материальный достаток в одной сфере, он все равно обязательно занимается воскресной школой там бесплатно, каким-то лагерем, ну, чем угодно. Да-да, вот этот бумеранг, он как раз и построен на том, что богословие жизненно. Да, конечно. Поэтому, осваивая эту науку, ты осваиваешь не отвлеченную какую-то теорию, какую-то... Почему говорят, игры электронные, некоторые любят в них упражняться, достигать каких-то уровней, и думают, что это им дает какую-то жизненную практичность, живость, какую-то шустрость. Но на самом деле это иллюзия, потому что тот, кто научился в определенную игру живенько играть, то другую живенькую игру ему тоже так же живенько надо еще довольно долго осваивать. Вот. А жизнь – это вообще не игра в
таком жанре, условном, как это вокруг? Все время разные уровни. Все время разные. Ежеминутные, ежесекундные. Каждый человек – это свой уровень. Поэтому только действительно труд жизненный, и опыт жизненный, и покаянная практика дает человеку со временем ту такую опытность по жизни, которую, конечно, никакая игра заменить не может. Еще интересный такой заметил я момент, что учиться на теологическом отделении, на богословском там, факультете, неважно, в институте, в каком-либо месте, такая возможность... вроде бы существовать, ну как в мире надмерно пожил, если как какому-то из святителей тропарь такой был. Вот, вот именно существуя в мире, но как-то максимально оберегаться от всего того, что там вообще можно неожиданно повстречать, и какие сложности и так далее. Ну, подтверждение этому реальная практика наших дневного отделения. Все-таки очевидно, что они не подвержены в такой степени всем этим разлагающим... Свои же люди, соратники, можно сказать, вокруг. Ну, понятно. И когда на каждом предмете, опять же, ты уж при всем желании согрешить и согрешать, если тебе как минимум на 3-4 парах в день рассказывают то про Новый Завет, то про святых отцов, то про Вселенские соборы, то про историю там поместных церквей, то еще что-то, то ты по необходимости с напряжением держишь перед собой, как ты, у тебя вынуждены быть глаза открытыми на правду, как в каком-то противоположном смысле в свое время какой-то завладевший умами миллионов фильм Стэнли Кубрика, по-моему, «Механический апельсин», что человека... Заводной апельсин. Заставляли принудительно открытыми глазами смотреть то, что он не хотел бы смотреть. Вот. Так и душа, располагающаяся невысоко, если она вынуждена по роду образования постоянно находиться в созерцании высоты, то, конечно, усовещивается, куда никуда не денешься. Ну да, здесь получается, как заповедь, Царство Божие нудится. То есть таким образом тоже получается, что хочешь, не хочешь. Ну, давайте сейчас от каких-то созерцаний таких для нас, ну, более таких отвлеченных, перейдем к самому реальному состоянию теологии. Ведь лето было-то очень беспокойное. Когда... Да, самая актуальная тема – это, конечно, новый классификатор направлений высшего образования и, соответственно, то, какое место теологии займет в этом классификаторе. А классификатор довольно замечательный, претендуя на... какое-то согласие с европейскими, американскими образцами. В этом классификаторе, который объединяет в группы специальностей некоторые параллельные, близкие между собой, в области гуманитарной появилась такая удивительная группа специальностей. Религиоведение, этика и философия. Под этим названием оказалась запрятанной еще и теология. Не надо быть сильно вооруженным понятиями какими-то и знаниями для того, чтобы понять, что теология, православное богословие и формулируется, и развивается совсем не по таким же системам, как существует религиоведение, в общем-то, атеистическое по духу наука, этика, наука о нравственности, но которая, оторванная от религиозного сознания, тоже представляет из себя довольно сомнительную науку, если ее так называть, и что, о чем свидетельствуют даже собственные составители учебников. Вот один из самых известных учебников по этике, по-моему, Дубова. Там он начинается с обещания что-то узнать, что же такое этика, тогда, когда мы пройдем весь учебник, и завершается тем, что мы, в общем-то, мало что поняли, потому что все очень индивидуально, и каждый выбор несет со собой свою ответственность. Ну, в общем, в этом и дело. Я уж не говорю про вообще отвратительные учебники этики, которые сейчас выходят для высших учебных заведений, где все моральные принципы выводятся из скотского предыдущего состояния человека по этой антинаучной теории Дарвина, о том, что мы были скотами, поэтому некоторые скотские навыки в результате из-за общежития преобразуются вроде в какие-то, их можно назвать, ну, моральные ограничения, которые свойственны роду человеческому. Ну, а философия – наука, которую давно никто не ассоциирует с богословием.
Вот. Мне кажется, Дебешко, вы знаете, вот есть еще один важный аспект, даже то, что в общем любой стандарт, даже по философии, мы могли бы наполнить своим содержанием. Единственное, что нам не хотелось бы сейчас отходить от того стандарта, который есть сейчас по теологии, потому что за него очень долго боролись, и в нем есть важный пункт о том, что теологические кафедры, содержание образования и педагогический коллектив на них по современному стандарту, они должны согласовываться с местными представителями той религии, которая изучается на теологии. То есть, если это православная теология, соответственно, учебный план и педагоги так или иначе должны как-то согласовываться с местным епархиальным управлением и архиереем. Таким образом, вот эта проблема атеистических кафедр теологии, которая уже подымалась, которая реально существует, да, она как бы, ну, ее градус снижался бы со временем, затем, благодаря этому стандарту. Но если сейчас произойдет вот то, о чем вы говорите, и появится новый объединенный стандарт, в котором, конечно, не будет такого пункта, это невозможно, потому что для какого-то религоведения, кто должен за ним наблюдать, за религоведом? Религовед, он тем и хорош, что за ним никто не наблюдает. Он говорит все, что хочет, а если ему кто-то пытается что-то сказать, он говорит, извините, мы светская наука, и мы с вашими реалиями религиозной жизни никакого отношения не хотим завязывать. Мы хотим тут жить в своем выдуманном мире или каком-то интересном. Хотя при том, что есть прекрасные религоведы, есть искренние ученые. Они просто смотрят вот на религию, но это как бы на проявление вопрос культуры. То есть суть в том, что это вид творчества человеческого, он такой своеобразный. Ну или болезни его умственные, психологические, как виды болезни, да. Скорее так, они рассматривают это как врачи изучают, да, но болезнь. Суть в том, что мы потеряем вот этот чудесный стандарт, и, кроме того, мы потеряем надежду, собственно, все-таки ваковской вот, попасть в список вот ваковских направлений. При том, что интересно, Наталья Александровна, что как раз те самые европейские и американские образцы этих укрупненных специальностей, отдельные специальности имеют религию и теологию. Религия и теология. Вот это называется, конечно, отдельная, да, группа специальностей. Вот наши сейчас люди появились. Очень интересно, такая наша теологическая команда, те ребята, которые пошли работать в администрацию города, они там собираются проводить какие-то всякие интересные движения в связи с ближайшими выборами. Вот так что наши теологи, они себя проявляют во всех областях. Я думаю, что мы заинтересовали и ленивых даже. Но остается только ответить на вопрос, к нам-то еще когда можно вписаться-то в наше веселое сообщество теологическое? У нас есть группа ВКонтакте, называется «Теологическое отделение РГУ имени Есенина». Отделение теологии, это правильно? Нет. Отделение теологии РГУ имени Есенина. Но это быть свидетелями наших там событий. Ну, если кому перемен, интересно. А если нет, это справедливая, полезная информация. А поступить сейчас уже закончен дневной набор, закончен заочный набор. Только осталось... Сейчас магистратура. Заочная магистратура еще набираем? Да. А какой? До конца августа? До 22 августа. Ну, поэтому я говорю, что до 20 августа. Вот. Остается только для тех, у кого уже есть высшее образование, да, в сентябре поступить на переквалификацию на базе высшего образования. За 2,5 года на нашей кафедре можно получить диплом, достаточный для работы в области теологии православной культуры, то есть стать специалистом в этой области на базе своего высшего образования. То есть к вашему высшему, любому высшему образованию вы получаете дополнительную специальность. Невысока плата, там, по-моему, за семестр 6-7 тысяч. 6-7 тысяч за семестр, это в зависимости от количества там часов, нагрузки, контрольных. Ну, 2,5 года всего лишь. Так что милости просим. Это дело очень пользуется популярностью, но нам не лень было бы и 2 группы, и 3, наверное, воспитывать, если желающих появится больше. Ну вот, друзья, может быть, мы сегодня злоупотребили вашим вниманием для обсуждения наших теологических проблем, но нас утешает то, что проблематика эта все-таки не узкая, не только наша, но и весьма важная для нашего Отечества, да я подозреваю, для лично многих из тех, кто сегодня нас смотрел и слушал. Божьей помощи, всего вам доброго. До свидания. До свидания.